эта нейроночка делает видео вам по запросу. То есть, проще говоря, вы пишете любой промпт, и вам создают видосы. Вот видите, тут вот прям вот видосы создают. Можно даже Genshin Impact создать. Сейчас мы будем с вами делать, блять, видео, приколы. Вон, видишь, кого это сделали? Пол Маккартни. Играет на гитаре. Вон. А это что? Какой-то дед курит. О, смотри. Любовная история. Мультики. Ля, это прикольно выглядит. Кстати, это как будто идея для фотографии. Вот то, что вот справа. То есть, они сидят оба здесь. Один играет, типа, ставит аккорды, другая играет. Прям очень мило выглядит. В смысле кринж? Иди нахуй. У тебя просто нет чувств. Так, ладно, давай создадим что-нибудь. Спайдермен, Герман, 1945, Вар, 4К, Реалистик. Давай, ебать, генерируй, тварь. Сейчас Спайдермена на фронт от... ты чё не отвечаешь? Она не дала мне создать... Ладно. Гитлер, Спайдермен, 4К. Ну давай, давай, давай. Да сука, что за хуйня? Create prompt. Ну я не знаю там, Genshin Impact. Ну? О! Я починил! А что, она долго будет генерироваться? Давай сразу следующий промпт создадим. Раз такая пьянка. Так, create, Hitler. Дальше чем? Spider-Man. In Russia. Давай, блядь. Так, сразу дальше какие промпты создавать? О, тихо, это Genshin Impact. Ну, слушай, кстати, похоже местами. Но больше на Вовку похоже, не? Вайбом. Как будто Warcraft. Ну, что-то близкое прям. В смысле кал, между прочим, я старался. Это вот Genshin Impact тут выглядит на самом деле. Что создать, даже не знаю. Шрек? О, мне Гитлера создали. Где Гитлер? Где Гитлер? Опа! Это Гитлер Спайдермен. Ну, кстати, костюм как будто прикольный. Такой смокинг. Но я не вижу в нем Гитлера. Типа, Гитлер это костюмчик, потому что Гитлер у него, или чё? А в чем смысл? Ну, типа, где Гитлер? Чё-то не понимаю. Да и где Раша? А где Раша? Не, сам костюмчик интересный, но не более. Шрек, Твич. Не, давайте Шрек стример. In Gamer Room. Во! Ебать, сейчас смотри, что заебашу. Шрек стример in Gamer Room. Дальше, create, ебать, это что такое? Максим Шабанов, Спайдермен. Ты долбоеб? Это Максим Шабанов, Спайдермен? Автор Дебик Леха. Ты вообще конченый? Ты что создал? Мне это снится в кошмарах будет. Подожди, что ты... Ты долбоеб! Ты конченый нахуй! Гитлер Винвар, ты чё, ебанутый? Так, смотри, типа у меня Шрек Геймер появился. Бля! Смотрите на это ебло! Он как будто тебя хочет трахнуть. Сука, реально геймер. Блин, это смешно. Так, подожди, что это? А вы что, все забрали этот сайт? Это еще один Шрек? Шрек Спайдермен. Господи, что вы создаете, долбоебы? Шрек Спайдермен. Ребят, по-моему, мы забрали этот сайт себе, нет? Все, это теперь наша нейронка. Валите все отсюда нахуй. Мы здесь теперь прикалываемся. Так, я пока... я должен подумать, что создать. Хитлер. Спик. Виз, стример, ты... Бля, что ты сделал, Гитлер Шрек? Ты мудак? Ты совсем конченый. Так это супер страшная штука. Так, это чё? Яндекс Такси, драйв Алматы, виз... Что? Яндекс Такси ездит в Алмате. Нормальная надпись? Это Турция. Сюрикен. Я вот не знаю, осуждать или не осуждать.
Это надо осуждать? Я вот не знаю, ребят. Опасно немножко. Так, а зомби-апокалипсис. Ну, кстати, как будто игра нулевых. Ну, знаете, вот этот отвратительная катсцена шакальная? Ну, как будто прям очень походит. Вот представьте, что это игра, не знаю, там, катсцена для игры на PlayStation 1. Похоже? Вы поверите? Я как будто поверю. Стинт Гитлер. Ты сделал вертолет Гитлера? Почему я вертолет? Он, походу, переводит стинт как этого, ограниченный, поняли? Потому что стинт в переводе это ограниченный, поэтому осторожнее, пишите ограниченного Гитлера. Поэтому он пишет такую хуйню. Или вертолет как-то так. Стинт Хитлер, еще один стинт Хитлер. Почему меня воспринимают как машину? Так, ребята. Гитлер спик ви стример Твич. Блять! Он похож на этого! Как его зовут, сука? Это, ну не. Как его зовут? А! Якубович! Да, 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 Якубович! С белыми в белые волосы, представьте! Это реально Якубович! Это реально Якубович, господи! Роблокс Херабрин, туалет, скибиди вапапа. Это туалет? А где Херабрин? Туалет, скула, а вот где Херабрин, я не понял. Он там, что ли? Вот там внутри? Гитлер, Капитан Америка. Блять, там, наверное, дальше кадр прикольный, да? Мы теперь видим только низ. Черт. Гитлер целует стен... Ты мудак? В смысле целует Стинта? Ты чё, ебанулся, что ли? Гитлер Максим Шабанов. Это как будто выбор героя. I choose you. Реально, выбор героя. Путин без Гитлер? А это комментировать не опасно? Просто вот вопрос, это комментировать не опасно? Гитлер зомби. А где усы? И чё у него с зубами? Чё-то нелогично как-то немножко. Промп Хитлер Дота 2. Это Дота 2 по мнению нейронки, да? Гитлер кейборд. Блять, вообще ебанулись, какой Гитлер кейборд? Гитлер полис. Пилсер. Стоит вон челик, видите? Ребят, мне кажется, у вас фантазии что-то. Шрек стример. А почему он какой-то, ну не знаю, лохматый? А почему он лохматый, алё? Так же не должно быть. Шрек же не лохматый. Дэн Спайдермен. О, смотри, реально танцует. Лё! У него круто получилось. Вот у него круто вышло. Реально танцует чел. Секси Гитлер. Даже тут руку поднял. Он похож на Фредди Меркьюри, который, знаешь, вот такой. Хитлер стример. Да бля, отъебитесь с Гитлером, хватит. Придумайте что-нибудь новое. Почему не из усов лоскут? Что? Так не должно же быть. У него из... Смотри, у него из ноздри лоскут. Вот ноздря. Это как вообще? Путин Iron Man. Сука. Дебил, конченый, сука. Ой, боже. Промпт зомби Спайдермен. Он как бы танцевать хочет. Он, кстати, реально похож. Спайдермен Майнкрафт. Блять, что это? А это адекватно? По-моему, наркомания какая-то. А Гитлер лунтик. Блять, крокодил Гена!
Смотрите, крокодил Гена, это кадр какого-то фильма как будто. Гитлер и Сталин целуются? Да ладно. А, не получилось, не получилось, но они были близки к этому. Russian streamer Stintik, Гитлер. Вы так меня видите, что ли? Когда я подрубаю. Мне камеру надо снизу тогда поставить, чтобы был, ну, был нормальный кадр. Потому что иначе говно какое-то. Путин raised his hand. А? Ты чё? Ты чё такие видосы делаешь? Ты чё такие видосы снимаешь? Опасно же! Ты чё такие видосы снимаешь? Путин против Гитлера. Ой-ой, там я продолжение бы хотел посмотреть. Блять, продолжение хочется. А, он прям замахнулся только. Снимите продолжение. Гитлер, Genshin Impact. Вот это Genshin Impact, да? Звучит как-то страшно на самом деле. Гитлер про... Ты ебанат? Ты конченый, скажи мне. С тобой вообще все хорошо? Ну, кстати, как будто ничего страшного не происходит на картинке. Да, бля, перестаньте с Гитлером. Гринч и Гитлер любят Джо Байдена. Да хватит, сука, вы ебанаты, что ли? Какой Джо Байден с Гринчем? Хватит! Путин целует Гитлера. А почему два Путина целуются? А, подожди, тут написано, типа, по промту, Путин целует Гитлера, а целуются два Путина. Я не понял, в чем прикол? Вот-вот. А в чем подвох? Как-то странно сработало. Путин Roblox. Блядь, это что такое? Гитлер бикини. Блядь. Гитлер бикини, блядь. Вы че, ёбнутые? Какие Гитлер бикини? Адольф Гитлер из бассейна? Это Лукашенко справа, блядь! А, хелло! Почему не соскив внутрь? Путин целует Зеленского в кровати? А где поцелуй? И почему так много Путинов и так мало Зеленских? Это... Так, я хочу продолжение увидеть, есть? Путин and Biden fighting in Mortal Kombat. Блять, а почему у Путина американский флаг? Это же Байден, да? Почему у Путина американский флаг здесь? Путин умер. Ебать, реалистично выглядит. Иван Золу, президент Китая. Я Иван Золу. Сука. Бля, конченые. Гитлер целует Муссолини? Да сука, вы заебали, чего вы всех целуете? Доктор Хайнц Фуй Дуфершменц. Да Джокер какой-то. Это CSGO? А! Неожиданно! Вот это было реально неожиданно! На нахуй второй ствол. Путин became the hit the social communist party. А почему так флаг Польши? Подожди, стоп, я... Стоп, чё за хуйня? Типа здесь о том, что... Стоп, стоп, подожди, стоп, 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 стоп. Путин стал лидером коммунистической партии. Что там делает флаг Польши, блядь? Свастика. Когда... Не получилось, брат. Ну ты старался, брат. У тебя получился логотип Бэтмена. 6 Бэтменов и 6 черепашек-ниндзя танцуют фонг. Блять! А это неплохо? Это реально неплохо. Чат он Twitch. Ну да, кстати, скорее всего, это реально чат на Твиче. И вот видите, на каждом есть даже электрошокер, чтобы не выебывался. Путин became of leader social communist party. О, вторая попытка, да? Только теперь там триколор. Подожди, это не совсем триколор. Там снизу не красный цвет, а синий. П-
Почему флаг России белый, синий? Ебать, что за спойлеры? Путин целует Зеленского. Что, блядь? Что нахуй? Алло, Зеленский, ты чё? Иван Зола атакует Польшу в 39-м. Блядь. Сука. Реально нападает на Польшу. Джо Байден президент России. А почему он мертвый? Иван Зола президент Польши. А почему здесь что-то напоминающее... Стоп! Стоп, блядь! Я знаю этот флаг! Стоп, блядь! Польша, Беларусь, границы... Блядь! Спойлер опять! Ну или это флаг Франции, просто такой, знаете, реально, смотрите, сначала выглядит как флаг России, вон, триколор сзади, а снизу флаг Голландии. Потом он трансформируется как будто флаг вот этой, как называется, который белый, красный, белый, он как там называется? Не Беларусь, а свободный там Беларусь, или как, я не помню, как называется, правда, вот белый, красный, белый. И снизу еще остается часть как будто от Голландии. А, белый, черный, белый? А, я перепутал? Ну тогда забейте хуй, тогда нет, не спойлер, нихера. Хелсинг. Блять, прикольно выглядит. Ну сам кадр стильный. Согласны? Кадр очень крутой. О! 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 Трусы в трусы! Кис Ким Чен. Путин целует Ким Чен Ина? А почему Ким Чен Ын стал женщиной? Можно вопрос? Кто-нибудь мне на него ответит? Хоть кто-то? Какие-то 50 оттенков серого. Зеленский play for Ukraine is motive her hurts Ryan. Ебать, модификация классная для хойки. Если была бы такая, было бы так круто. А что за красные бегут? Это кто? Путин Dancing Gangnam Style? Блядь. Что, что за хуйня? Что за параша? Блин, он еще так под музыку это делает. Стинтик стал президентом Украины. Ребята, то есть, если стану президентом Украины, такой герб появится, да? Ребята, вы не хотите, чтобы я стал президентом Украины, поверьте мне, вы не хотите. Slim, блонд, with short hair, алкоголь пати. Ни хрена себе. Гитлер в ретро-аниме. Неплохо так. Гей Путин. А что за флаг на фоне? Ладно, странно. Сталин танцует тектоник. Бля, он как будто кукольный, посмотрите на него. Не могу, это очень прикольно. А Путин женится... ты куда удалил? Алло, верни, блядь! Алло! Модераторы, сука, я не посмотрел, как Путин жили... Алло! Модеры! Модеры удалили прямо в прямом эфире, алло! Вас банят? За что вас банят, алло? Путин powerful. Да блядь, дай посмотреть! Сука, модеры! Ну все, ясно, нейронки модерации душнил. Все, не дают поржать. Как же прикольно быть идиотом, на чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам, хоть все болит, но не пойду к врачу.